Om TV UA про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Захист з моря, Чорного, він дуже важливий для України. І що ж ви думаєте, кремлівські зливні бачки просто показилися від нових ініціатив України? Доброго дня! Вспомнили об Украине российские пропагандисты. Подгорело у них очень и очень знатно. Забыли даже об Армении, забыли об Азербайджане, забыли о войне в Нагорном Карабахе. Забыли о Кыргызстане, где произошел этот очередной цветной шабаш. И страна как бы катится по наклонной. Тоже практически новостей из этого государства нет. Все сконцентрировались на нас. И возбудило на россиян, знаете что? Не просто визит Зеленского в Великую Британию и переговоры, встреча с королевской семьей, встреча с Борисом. Нет, они здесь истерят по одному очень важному аспекту или результату этого визита. В частности, подписание контракта на то, что Украина получит 8 ракетных катеров в обозримом будущем. Об этом сегодня поговорим. Меня зовут Роман Цымбалюк. Подписывайтесь на мой YouTube канал, потому что какой лозунг моего канала? Называть вещи своими именами. Спасибо, Маша. Дело в том, что они здесь, ну просто на всех федеральных площадках вопят, что англичане обманули Украину, что, мол, дают нам вот этот очень невыгодный экспортный кредит на 1,25, кажется, миллиардов фунтов, это более 1,5 миллиарда долларов, для того, чтобы Украина обзавелась 8 ракетными катерами. Что здесь очень важно? Тут самое важное слово «ракетные катера». Потому что вот то, что сейчас у нас есть, вот эти катера, которые попали в плен к россиянам, я имею в виду катера класса «Гюрза», то есть наш геройский Никополь, они-то артиллерийские. Вот здесь самое главное, потому что когда в нейтральных водах Черного моря россияне атаковали два наших артиллерийских катера и доблестный буксир, они это делали, понимаете как, они же были абсолютно в безопасности, потому что у буксира оружия вообще нет никакого, ну, стрелецкое как-то по-русски, стрелковое оружие мы не берем в счет, а катера вооружены двумя 30-миллиметровыми пушками, которые, ну, по сути, могут быть эффективными только для борьбы с браконьерами и мелкими хулиганами. А когда ты встречаешься с таким гопником, как Российская Федерация, то нужно серьезное оружие. И вот здесь вот эти вот ракетные катера могут очень сильно изменить баланс сил и в Черном море, и, соответственно, в Азовском. Какие главные тезисы? Что, мол, вот вместо того, чтобы тратить деньги на борьбу с ковидом, Украина занимается перевооружением своей армии. Забыли эти негодяи сказать, что, по сути, наш флот потерян в оккупированном Крыму. Я даже не знаю, что там осталось от этих кораблей. Сколько? 6 лет они там гниют, никто за ними не смотрит. По сути, мы видим уничтожение этой части украинского флота, и на него рассчитывать в обозримом будущем нельзя. И они говорят, что вот эти вот катера, мол, они бесполезные, потому что зачем они? Почему вообще вот ставится вопрос в таком ключе, что зачем это Украина покупает ракетные катера? Да все очень просто. Они хотят, чтобы мы были и дальше безоружные. Чтобы можно было в любой момент безнаказанно стрелять по нашим защитникам. Наши военные герои, ну согласитесь, когда у тебя артиллерийское оружие и ракетное, но это как бы не одно и то же. А если или когда у нас появятся вот эти системы, это будет совсем другой разговор. Понимаете, кто-то мне скажет, вот, Россия все равно сильнее. Ну, это правда. Однако, одно дело атаковать безоружный буксир, Другое дело атаковать ракетный катер, который может потопить, соответственно, и российские корабли более серьезного класса. Здесь они в первую очередь говорят, что вот, это все обман, как бы, что этот экспортный кредит, таким образом правительство Великобритании финансирует своих судностроителей. Но есть один маленький нюанс, про какой российские пропагандисты почему-то забыли. Дело в том, что там же предусмотрено, что из 8 этих ракетных катеров, больших ракетных катеров, 6 будут построены на верфях в Украине. Это не одно и то же. Вообще, военно-техническое сотрудничество, сфера такая очень тонкая. Это не ладу калину покупать. Потому что у нас возникает более глубокая связь. То есть это обмен технологиями. Это важно. Конечно, я тоже хотел бы, чтобы были исключительно корабли наши, украинские. Но вот с проектом «Корвет» сколько Украина мучается? Разговоров последних лет 15. Сколько построено кораблей? Правильно, 0. Денег нет. Ну, хотя я не сторонник вот этих вот подходов о том, что нет денег. Деньги есть всегда, просто нет политической воли. И здесь мы выходим из того, что мы действительно можем обновить свой военно-морской флот очень серьезными системами. Еще к этому добавятся поставки, в том числе катеров другого класса из Соединенных Штатов. И гляди-гляди, украинская армия получит на вооружение новые и новые системы. Вы знаете, вот о том, что вот Зеленского обманули, сообщили всем пророссийские помойки в Украине, ну и, соответственно, российские федеральные СМИ трубили об этом целый день. Кстати, между российскими СМИ в Украине и российскими СМИ в России разницы абсолютно никакой нет. Но тут вчера во время еженедельного брифинга Мария Владимировна пожаловалась на одно очень интересное явление. Добрый день. Все-таки не могу об этом не сказать. 6 октября вслед за социальными сетями Твиттер и Фейсбук практики произвольной маркировки аккаунтов и публикаций российских СМИ в качестве контролируемое государством присоединился и Инстаграм. Вы посмотрите, какая российская скромность. Оказывается, им не нравится, что американские гиганты, IT-гиганты обозначают российские СМИ как таковые, которые финансируются российским государством и которые, соответственно, отстаивают позицию Кремля, то есть являются ничем иным, как российской пропагандой. Не знаете, почему же они такие скромные? Ну, мы видим скоординированный характер дискриминационных действий американских монополистов рынка соцсетей против наиболее популярных отечественных информационных ресурсов. Это подтверждает их политическую ангажированность, я имею в виду медиагигантов американских, стремление действовать в унисон с внешнеполитическими подходами официального Вашингтона. Здесь нет ничего удивительного. Ну, логично, что американские компании действуют в унисон с американским правительством. А почему бы и нет? Но самое главное, а чего они так возбудились? Вы что, стесняетесь, что вас финансирует «Газпром», «Кремль», ну и другие мощные российские компании? Потому что, ну, тут так устроено, долго объяснять, но смысл в том, что по сути, если разобраться, все деньги из одного источника. Да, самые популярные российские средства массовой информации финансируются Кремлем. Ну или структурами, которые с этим Кремлем связаны. По сути, кран один. Клеймо в негативном смысле этого слова, которое администраторы Инстаграм лицемерно называют предупреждением, применяется исключительно к учетным записям РИА Новости и Rush Today. Это что получается? Мария Владимировна сама проговорилась. Она считает, что российская пропаганда, российские деньги – это клеймо. Но подождите, если вас финансирует российское государство, а почему вы стесняетесь по этому поводу? Разве это плохо? Или все-таки плохо? Так вот, вернемся к пророссийским помойкам в Украине. Было бы неплохо, чтобы аналогичная система американскими IT-гигантами была принята и в Украине. Но согласитесь, если СМИ РФ и так называемые СМИ Украины финансируются из Москвы, то это каким-то образом нужно помечать, чтобы зритель не жил в иллюзиях